Таджикистане на съемках клипа. Такие замечательные горы, погода просто супер. Хот-дог. Клип, но пока что полны сил, бодрые. Нам присоединился еще один участник. Будем считать, что он уже будет третий. Он играет на барабанах профессионально, а также поет. Холодно-то как. Суп. Ну тут такой не жалеет никого, ни себя, ни... Что делать? Ну я бы уже жалел, малый. Сегодня второй съемочный день. 4 утра, и мы направляемся на съемочную площадку. Соляное озеро. Да, у меня даже после карате таких нагрузок не было, как вот после одного дня вчерашнего. Побольше бы таких дней. Я вчера смотрел материал. Все хорошо, но ты много эмоций даешь. Тебе надо поспокойнее лицо.
Короче, 6 утра, второй съемочный день. Вставать приятно, потому что очень красиво все вокруг. Чего легкого вообще нету в съемках в Крыму. Особенно вчерашняя локация на горе Хамелеон очень опасная. Слава богу, что все в порядке, никто не пострадал. Потому что там в буквальном смысле ходишь по краешку. С 8 марта мира! С 8 марта, Мирочка! Тебя! Сложностей в съемках никаких не было. Ребята очень пластичные и артистичные. По машинам! Сгущаются тучи. Все, всем спасибо. Съемка окончена.